Всем привет! А перед просмотром я хотел бы вас попросить поставить большой палец вверх и прокомментировать видео. Чем больше лайков мы наберем, тем быстрее выйдет новая серия и тем будет лучше. Ребята, вы себе даже не можете представить, как один лайк или положительный комментарий может повлиять на меня, дав мне больше силы, больше энергии, улучшенное настроение для того, чтобы записать новое видео как можно быстрее, записать его для вас, выложить его как можно быстрее, потому что я для вас стараюсь. И за это, ребята, надеюсь, что вы также будете мне выделять помощь, тем самым ставить лайки, комментировать, делать меня более энергичным, радовать меня, давать мне настроение. И я буду больше стараться для вас, потому что я буду знать, что вам это нравится, вы хотите больше серий, и вы хотите продолжения, ребята. Я надеюсь на вашу поддержку, и всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. Ребята, это вторая серия за сегодня. Так как первая серия сегодня набрала аж 400 с чем-то лайков, вроде 450 лайков, за что вам реально спасибо, ребята, потому что это, в принципе, очень много, но, как я вижу, вы мне, ребята, вызов кидаете. То есть, как я сказал, выходит одна серия, если на ней набирается 300 лайков, то тогда новая серия еще выйдет сегодня. И так за один день, то есть за сегодня, 31 декабря, мы под конец 2014 года можем закончить сезон, и, в принципе, за один день может выйти и 2, и 3, и 4, и сколько там серий нам еще осталось. Вроде нам еще 7 серий осталось. Но это вторая серия, ребят, за сегодня. Вы мне вызов кидаете. Ну ладно, давайте посмотрим, кто кого. Ребята, если на этой серии наберется 300 лайков, то новая серия выйдет. То еще одна новая серия выйдет сегодня. То есть уже по счету третья серия за сегодня. И, ребята, это такой, можно сказать, новогодний марафон. То есть одна серия вышла, это вторая серия. И, ребята, если наберем 300 лайков, то еще одна серия может выйти. Поэтому, ребята, не будем балаболить много, не будем разговаривать. Отлично, хотя бы у нас есть водный камень, то я уже думал, сейчас нужно будет и искать для старью. Не будем, ребята, много разговаривать, потому что 7 серий до конца сезона, и нам как можно быстрее нужно прокачать наших покемонов. Пока он эволюционер, я что-то хлебну. Давай, ребята, где будете Новый год справлять? Я фиг его знает, если честно. Вы где? Дома? С родителями или с родителями, потом где-то в компе за какой-то там игрой, или дома с родителями, потом в компе, там, на сервере каком-то в Майне, или тут на сервере, или фиг его знает. Или где-то с друзьями. Попить водички, можно и так сказать, да? Так, ладно, ребята, давайте быстренько пойдем дальше прокачивать. Кого мы там прокачивали? Булдора еще 17 уровней. Давайте быстренько. Опа. Фу, ну что, ребята. Продолжай. Ой, да не старь. Не старь ми, а Булдор. Вот он. Сейчас мы, ребята, его уже прокачаем. И потом нужно его будет эволюционировать Лигалита, или как он там. И, в принципе, вот этот. О, нифига себе, Басяндра. Кланг эволюционирует на 49 уровне, как мне сказали. Поэтому. Да почему старыми? Не нужно нам старыми. Чё ты старыми кидаешь? Вот так, отлично. Давай, Булдорушка, убивай. Тебе еще 12 уровней. Этой серии нужно как можно больше прокачать, в принципе. Говорю, ребята, если серия наберет 300 лайков, то еще одна новая серия выйдет сегодня. И так, ребята, мы сможем офигеть, сколько серий сегодня сделать. Ну, в принципе, не офигеть, сколько серий сегодня сделать. Тоже есть лимит, но, в принципе, мы сможем сделать 7 серий за один день, если, в принципе, это зависит от вас. Да это харе нападать уже, а. Нападаешь-то нападаешь, нападаешь-то нападаешь. Давай, 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 ребята, нужно как... Да, слушай, где ты в жопу, а? Один напал, ладно, убил. Другой напал, ладно, убил. Третий напал, ладно, убил. Потом, когда десятый уже нападает, это уже бесит. Слушай, с армии, иди ты в жопень. Каждый раз так говорю и всегда забываю поменять. Вот, Булдор, а не с армии. Нафига нам сейчас с армии? Еще Булдору 10... Ну да, в принципе, 10 уровней прокачать. Может, харе тупо хилится, а может, ты ее хотя бы ударишь? Наконец-то. Так. Иди сюда, Блисси. Давай. 9 уровней. Поднажмите. Поднажмите свои толстенькие попки, Блисси. И будьте немного... Немного попроще. Не такими
жирными. В том смысле, чтобы хотя бы вас с одного удара убивать. Чтобы время сэкономить. И еще лучше, если бы вы еще, конечно, не уворачивались, не хилились. Это был бы вообще подарок на Новый год. Наконец-то. Так. Но уже места в инвентаре нету. Уже яйца на пол падают. Так. Отлично. Опа. Ну, в принципе, нет смысла собирать эти яйца. Ох, как я ненавижу, когда они хилятся с одного использования вот той, того, ну, способности, можно и так сказать. Это во-первых. А во-вторых, что они еще уворачиваются, или хрен, они, хрен знает, что они там делают. Что тупо нельзя попасть. Вот. И все. Один раз попал, а другой раз уже она что-то там заюзала. Иди в жопу, Блисси. Серьезно, просто иди в жопу. Дай мне тупо убежать. Вот зараза. Так. Это та же Блисси? Если та, то иди нафиг. Дай нам убить тебя. Но почему два удара нормально использовались, а потом она какую-то хрень всегда юзает, и тупо нельзя ее убить. Блисси. У тебя, в принципе, тоже можно. Одну можно, но не 35 штук. Так. Слушай, ты. Лучше на Булдора нападай, а не на... Чё-то вы какие-то сегодня агрессивные, как я заметил. То никогда не нап... Ну, нападайте там одна-две штуки, да? Но сейчас прям все тупо рвутся. Ну, ударь. Слиппинг. Она типа поет, а он засыпает, поэтому он не попадает, потому что он спит, в принципе, как я понял. Но харе может петь уже Блисси, а? Может тупо хватит уже? Так, давайте, ребята, еще Булдору быстренько 4 уровня. Отлично. Как его знает. Так, Клангу еще 3 уровня тоже осталось. Куда я кинул? Я на тренера, что ли, кинул? Ну ладно, убили тренера, да, 10 уровня или какого-то. А ты в бою? Так, отлично. Давай, 3 уровня. Как только 3 уровня прокачаем, я, в принципе, даже не знаю, кого там еще можно прокачать. В том смысле, кто там у нас... Ну, старыми, в принципе, старыми тут, мне кажется, не очень она будет прокачиваться. Клангу еще 14 уровней. Точнее, 13. А, Пуригун уже 51, офигеть. И Болдор уже 60, ребята. Замечательно. Давайте еще одну Блисси, одну-две убьем. В принципе, даже не одну-две, а давайте уже докачаем 2 уровня Клангу. То есть ему еще 2 уровня осталось. Вот так мы и докачаем. Уже 1 уровень остался. Да харе там в бою, уже не знаю, сколько вот Блисси там сидит в бою. Чуть не вылазит даже с него. Так, ну чё, давайте, ребята. Клангу еще 1 уровень. Опа. Ну давай, прокачаем Кланга с помощью Булдора. Давай, чувак. Побыстрее немного. Вот, наконец-то. Фу, это вроде последняя эволюция в этой команде. Не считая Болдора. Потому что он эволюционирует с помощью обмена. В принципе, сейчас мы его обменяем. Ну, в смысле, заспавним, да? Фу. Так. Дальше. Кого тут еще можно захреначить прокачкой? Это чувак. Чувак, шайни, я не знаю, у него есть дабл эдж. В принципе, дабл эдж, по сути дела, он должен наносить как нормальный такой урончик. Нормальный такой урончик за 2 удара, как хренакс. Не, он сильный, то есть этот удар сильный, но он и себя убивает. В том смысле, что он себе урон наносит, что в принципе не очень. Ну, ладно, яички идите в попеньку, нам не нужны столько яиц. О, да, охрененно я выкинул. Вот так. Сейчас. Это тогда вот сюда.
это тогда вот сюда. Отлично. Ну что, чувак, давай. Еще если тебе сейчас закачаем хотя бы 10 уровней, будет вообще охрененно. В принципе, тебе 10 уровней и осталось. Отлично. Так, дальше. Опа. Отлично. Вылечим. Тут нужно хилить ребята каждый раз. Да какой нафиг краби, а? Тут нужно хилить ребята каждый раз, потому что этот удар и ему жизни отнимает. Поэтому нужно как-то поаккуратнее. Этот удар... А вот этот сакер нормально даже бьет, если честно. Сакер. То есть тупо сакера можно убивать. Другие удары, походу, уже ничего не наносят. Так, отлично. Не, этот удар реально, ребята, классный дабл эдж. Он, ну, говорю, себе урон наносит, но все же... Он нормально бьет. Ребята, я не думал, что и крыску мы так даже быстро прокачаем. Какой он... Он уже 57-й. То есть мы не успели его прокачать. Ну, смотрите, ребята. По сути дела, мы сэкономили сейчас 10 раркенди. Конечно, 10 раркенди нам можно быстро сделать, но все же, сэкономив 10 раркенди, мы их потратим быстрее на тех же легендарных, потому что легендарных мы будем прокачивать к 100 уровню. И поэтому, ребята, нужно будет на них тоже тратить. Чё, а, тут еще есть. А, ну, в принципе, он уже 60-й, то есть... Он уже, ребята, прокачанный. Фу, так, клинкланг, ратикейт, пуригон. Тут уже, ребята, хватит, тут мы уже можем тупо уходить. И просто-напросто прокачивать их уже с помощью раркенди. Что тут осталось? Парочку 20, 18. 22 раркенди осталось. Так, перед тем, как что-то делать, давайте-ка мы очистим инвентарь. Это. И больше ничего. Ну, ладно. Давайте. Давайте, ребята, первым делом покушаем. Включим гейм-мод. Гейм-мод. У нас есть мастербол. Возьмем компьютер. Где он? Вот он. Вот так. Болдор удаляем. Покеспавн. Нет, не лигалит, а гигалит. Вот. Гигалит. Шайни 64 уровень. Ух ты. Не, ну он реально такой красивый. Так, это тогда удаляем. Это удаляем. Эртквик. Хотя, в принципе, нафиг, если мы его и так сейчас будем выкладывать в компьютер. Дальше. Тебя мы прокачаем. Опа. Так. 55, 6, 7, 8, 9, 60. Ты уже прокачанный. Пригон. Так. Ты уже тоже прокачанный. Ты еще, да? Да. 10 уровней. Отлично. 60. Фух. Ну что, ребят, еще одна прокачанная команда. Это можно уже вот так. Отлично. Чтобы выложить, что нам сейчас, в принципе, нафиг не нужно. Чтобы, в принципе, оно не мешало нам тут. Это. Это случайно у нас не там. Там. Это у нас тут. Тут у нас больше ничего вроде нельзя выложить. А вот собака бешеная. Так, ребята, извиняюсь, если там собаку было слышно. Бешеная собака. Так, это сюда. Ой, не сюда. Exciser. Rock. Так, это тогда сюда запихаем. В принципе, более-менее нормально. Сюда еще можно вот это. Это сюда. Отлично. Ну что, ребята? Так. Ну что, давайте, ребята, новую команду. Эту, точнее, выкладываем, пятый бокс. Сюда. Вот так. Ху, нам осталось 1, 2, 3. Ребята, нам остались 3 команды и 2 покемона. Так, давайте посмотрим. Крайогонал. Айс. Потом, Сиджилив. Какой он там? Психический. Ну, вот я не знаю. Винонат, Баг, Пойзон. А я не знаю, сможет ли Винонат изучить Эксизер. Вряд ли.
А у него есть вообще там какая-то нормальная атака? 20 урона, да, конечно, не очень. Дальше, кто там еще есть? Граунд, опа, ты по ходу дела сможешь даже Эртквик изучить. Да, замечательно. Так, потом Soul Rock. Рок психический, а ты сможешь? И ты сможешь. У него Solar Beam есть, ни хрена себе. Так, Solar Beam и Додуо. Додуо не может, он вроде нормальный, да? Нормальный флайинг. Ну, в принципе, понятно, почему не может. А Exizor что-то в этом роде, какую-то атаку, фиг его знает. Ну, в принципе, первым мы будем вот это, Санч хрена качать. Санч хрена, да. Давайте сначала поспим. И потопаем, ребята. В этой серии, конечно, мы еще вряд ли прокачаем эту команду, но мы сможем ее прокачать еще сегодня. В том смысле, что вы можете поставить лайки. Если наберем 300 лайков, то новая серия еще сегодня, ребята, выйдет. Точнее, третья серия уже за сегодня, а не новая. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Вот так. Это выбрасываем. Это вот сюда. И потопали. Фух. Ух, сколько я из-под не поднял. Так, первым делом сюда. Потом сюда, сюда, чтобы шапки не выпадали. Так будем. Вот так, отлично. 32-я Блисси. Убей ее, пожалуйста. Сможешь? Ты 19-й. Давайте посмотрим, он 19-й уровень. Какой он будет там, 27-й, 28-й, 8-й, если мы ее убьем. Ху, 10 тысяч опыта. Вижу, там Блисси еще одна крутится, вертится. Опа, он уже эволюционирует, офигеть. Блисси, харе танцевать там, а? Давай, 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 прокачивайся. Ну? Крагонал вообще как эволюционирует? Нужно будет потом посмотреть. Или он, ну, в принципе, наверное, эволюционирует, но... Нет, 56-я Блисси, ты прям... Ты прям очень. Так, покихил. Фу, он 25-й, офигеть. Так, 30-я Блисси как раз, как раз. Опа, да смотрите, как он уже урон начал наносить. Да, если бы это еще не хилилось, было бы вообще офигенно. Так, еще раз. Отлично. Дальше куча опытов. Опытов, опыта, какого опыта? Опытов, почему я опытов сказал? Фиг его знает. Так, 41-я Блисси. Если тебя убьем... Нифига себе, если. И куча опыта с тебя. Так, вот, отлично. Дальше. Какая 57-я? Это будет много. 56-я много. 49-я. Она в бою. О, ну ладно, давайте попробуем 56-ю. Нифига себе! Такой урон! 20 тысяч опыта! Охренеть, ребята. Да, не нужен нам вот эти уже Zero Ball и Sword Dance. Так. Дальше. Блисси. Офигеть. Он уже 38 уровень, и он убивает с трех ударов, ребята. Да, с трех. 17 тысяч опыта, охренеть. Дальше. Psy Beam. Вот так. Дальше. Эти в бою, как я понял, тут все. Да иди ты сюда. Отлично, дальше. Три удара, ребята. Он 41-й, а сейчас... ...44-й, охренеть. Ты иди нафиг, ты нам не нужен сейчас. Так, эти в бою опять. Этот не нужен. Вот ты как раз нужна, 44-й. Как раз где-то 47-й будешь. Так, отлично. Да, 47-й. Дальше. Ребята, в этой серии мы еще даже его сможем к 60-му прокачать. Охренеть. Так. Слип, не нужно нам вот это все. О, еще одна эволюция. Давай. Прокачивайся. Фу, успели мы, в принципе, нормально так прокачать уже. Так, ну давай. Отлично, дальше. Дальше, Блисси, иди-ка ты сюда.
Успеем мы, ребят, его к 60-му это 1000000% прокачать, но вот, сука, жопешня же ты. Опять много раз на R, наверное, нажал. Это меня бесит, ребят, я не представляю, почему это, может, какие-то там моды не совмещаются или еще что-то. Главное, чтобы не залагала команда, это самое главное. Так, 9. Это в жопу, что они сейчас эволюционируют. Если команда залагала, то это просто нафиг нужно. 9, залагала. Ладно, ребята, сейчас перезайду, давайте быстренько. Итак, ну что, ребята. Так, ща, вот так. Окей, хил. И дальше давайте быстренько прокачивать. И ему еще 11 уровней. Опа. Нужно успеть прокачать его в этой серии. Это 1000000%. Так, давай, сейчас ты уже можешь эволюционировать. Его мы прокачаем. Смотрите, ребята, сейчас берем вот эту команду. Потом вроде у нас еще одна обычная осталась. То есть там еще вроде Ченси есть. Еще кто-то, не помню. Но кто-то есть еще с обычной команды. Ну, с обычных покемонов, можно сказать, не легенд. А потом, ребята, уже две команды легенд и все. На этом мы уже сможем, наверное, и заканчивать сезон. Ух, нифига себе, сколько вас там. Давайте, ребята, ему еще 8 уровней быстренько. Точнее, не 8, а 7. Да пофиг уже. 7. Дальше. Это не нужно. 7, 6. 5. По одному уровню где-то за 10 секунд. Так. Идем дальше. Прокачиваем. Так. Еще 4 уровня. Быстренько. 1, 2. Он вообще тут рубает, ребята, с двух ударов. Отлично. Тебя быстренько. Опа, это закончилось. О, нифига себе, еще и убил. Так, еще один уровень и все. Ну как все? То есть там еще есть еще покемоны, которых бы было нормально прокачать. Он уже 60-й, поэтому, в принципе, уже нормально. Давайте посмотрим, сможет ли сделать что-то Soul Rock. Да не Крайогонал, а Soul Rock, я же сказал. Shine при том. Может. Нифига себе может. Так. 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 Фу. Отлично, ребят. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Поехали. Сейчас прокачаем Soul Rock. Даже, ребята, мы двух покемонов успеем прокачать к 60 уровню еще в этой серии. Да попади ты по нему. Так. Так, он 53-й, 52-й, еще 54-й где-то. Да, 54-й. Опа. Двух покемонов, ребята, даже успеем прокачать в этой серии к 60-му уровню. То есть, можно сказать, приблизительно две команды. Ну, приблизительно, да. В том-то и суть, что приблизительно две команды. Потому что мы докачали одну команду, сейчас взяли другую команду и практически эту команду прокачали. Так. Дальше. Еще, уже, точнее, ему осталось еще два уровня. Ну тут уже пофиг, 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 пофиг. Так. Так. О, все, он уже, ребята, 60-й. Уже можно его откладывать. Так, отлично. Ху. Я не знаю, кто тут еще сможет справиться. Да ты, конечно... Ну, в принципе, да, тебе... Ой. Да нет, что я нажал? Тебе, да, нельзя изучить. Вот это. Ты же летающий. Веномод. Что у тебя есть? Сигнал бим. Давайте посмотрим. Не. Псайбим. Не. Газ. Не. Не. Этим мы будем нереально долго прокачиваться. Сиджили, в принципе, также у него есть только психические атаки. И психическими он ни хрена не сделает. Психическими он ни хрена не сделает. Псайвейв это... Ня. Крайогонал. Ща, попробуем. Аурора Бим. Ня. Ня.
Не. Конечно, мы можем им изучить еще какие-то там другие атаки, но сама суть то, что... Ну вот Додрио еще рейджем может нормально убивать. То есть... Додрио ребятам еще сможем прокачать, мне так кажется. Да, конечно, слабо, то есть... Ну, в принципе, смотрите. За сколько? За 10 секунд мы ее сможем убить. Что, в принципе, нормально. Тоже нормально уровни идет. Давайте еще вот это убьем, и на этом можно заканчивать. Он уже 45-й, то есть... Сейчас мы ему 15 уровней прокачаем, и сэкономим 15 рар кенди. Плюс к тому, пока мы его будем прокачивать, мы кого-то другого будем прокачивать. То есть, еще кому-то другому пару уровней. На... Я рейдж заменил, но эта атака еще лучше. Я случайно, то есть я не смотрел, что я заменяю, или я вроде даже не заменил, а это... Ну, ладно, пофиг, то есть... Хорошо, что какая-то нормальная атака заменила рейдж, и, в принципе, сейчас мы еще даже быстрее, ребята, убиваем. Сейчас с одного с двух ударов. Ну, смотрите, мы ему уже прокачали 6 уровней, на 6 раркенди мы меньше используем. Эти 6 раркенди мы сможем изучить Райквази той же или Мьюту больше уровней. В том смысле, что меньше потратим ресурсов. Так, ну давайте уже ему прокачаем, ладно, так уж и быть. Так уж и быть, долгая серия, ребята, лайк за долгую серию. И не забываем, если на этой серии наберется еще 300 лайков, то новая серия ведь еще сегодня, ребята. Сегодня же Новый год, и в честь Нового года, ребята, мы сможем за сегодня выпустить до 5 серий или больше, и, в принципе, может даже сегодня и закончить сезон. Это, конечно, вряд ли, потому что на всех сериях вряд ли будет набираться 300 лайков. Но, ребята, это я говорю, это зависит от вас. Захотите, поставите. Хотите новую серию, нравится Пиксельмон, ставьте, ребята, лайки, и новая серия еще выйдет сегодня. Так, давайте быстренько ему 2 уровня еще. Ага, фиг там. Ладно, давайте выйдем. Точнее, убежим с боя. Опа. Этого докачаем, и все, мы идем уже, потом уже в следующей серии изучим прокачаем с помощью Раркенди. Хватит уже эту команду прокачивать. В принципе, Крайогонал тут ничего не сделает, Сиджилиф тоже не сделает ничего. А другие, в принципе, тоже. Кто там еще есть? И Виномод, да. Да попади ты. А, он уже 60-й. Все, ребята, домой. Сколько там? Смотрите, нам осталось 25? 25 раркенди использовать. Нет, 35. Вру, 35, да. Ну, в принципе, это нормально. Так. Так, ребята, давайте на этом заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр. Всем удачи и всем пока. Наберем 300 лайков. Новая серия выйдет еще сегодня. Всем пока!